Şimdi buraya gidiyor. Cadı yüzü dalgın oturmuşlar.
опыт, ты понимаешь, что вообще жопа. Ты не только баскетбол, а бороться не сможешь. Ты баскетбол так не сможешь. У меня завтра меч. Баскетбол. Что у тебя? Меч. Матч. Чего? И программе Гайн Бойфик. Бойфик. Наша. Ну, какая наша? А? Баскетбол, а ты что? Наша. Кто там играет? Два пацана. Что это тренирует? Я не знаю, как его зовут. Не помню. Тормозан знает. Тормозан знает, но я не знаю. Откинь к себе видео проехал, видишь? Но... Я тебя тоже смотрю. Что вы стоите? Что вы сидите? Работайте. Еще 10 минут. Пацаны, вы что? Вы мне было за 50 лет, я 45 минут боролся с пацанами. Вам еще 20 лет, уже умирает такое. Я не думал, у меня просто видео есть, как я говорю. Петя, стойка, лапи чай. Коля, вы что вы лежите в парке? Ну сколько ты? Он может сидеть тебя? Не может. Ну пробежал 3-5 секунд, встань. Или делай что-то другое. Когда ты был живой, ты вчера тренировался, наверное, пару раз.
хочешь добиться работы, но здесь, чтобы ты полностью не мог поработать. Ты тренировался, ты последний раз тренировался, да? А вверх, тот вверх, ноги. Что здесь уставать, ребят? Ты целую неделю, отдыхал. Целую неделю отдыхал. Ну, так. Если, конечно, курить, то, конечно, ты тяжело дышал. Ты с класса после кофе. Ты умный пацан на еде. Стоп, аккуратно. Ты умный пацан на еде. Не кури хотя бы на переменах, кури хотя бы вечером. Посмотри, какой у тебя запах идет, он тебя кидает деньги. Как из туалета. Заходишь в этот запах из туалета. Эй, ты дорог хворит? Петя, сколько можно разговаривать? Борис, разговаривай, анекдот разговаривай. Каждую секунду меняешь заклад. Как можно менять каждую секунду заклад? Не надо ничего думать. Ты первое, что главное не упасть. Вот посмотри, я тебе рассказал хорошо, что, а это, что здесь, что здесь, что здесь, вообще не держишь. Хотя это надо делать. Раз, оп, отсюда, нет, вот подлево. Посмотри, как ты дробишь. Вот, и все. Руку высыпаем. Стоп, стоп. Правильно, правильно. Панды. Да так, я знаю, что у тебя есть. У тебя три есть, только ты не оформил. Посмотри внимательно. Ты взял за три руку. Да? Ты знаешь, что твои пальцы слабые. Вот я буду жестко держать, сорвать. Ну и отпусти, как меньше. И все. Вот и, ты же начинаешь бороться, ты чувствуешь, да? Видишь, вот потихоньку. Раз, то второй раз он все равно чуть-чуть сильнее дергает. Я, видишь, я к нему иду. А третий раз сейчас он сильно дергает. И я отпустил. Раз и опять взял. Три раза. То есть смотришь. Видишь, он жестко напрягся, все, значит, он сразу будет открывать.
не отпусти. Но если ты держишь такой, он срывает захват, срывает. Все, можешь хочешь сюда, поэтому ты этот захват тоже должен сорвать. И обратно постараться сделать. То есть не держать этого. Еще, вот мы начинаем дорогу. Раз, он срывает. Раз. А ты оставляешь это. Он может куда-то через этап. Большой, тем более. Перейти, падение. То что нужно сделать? Отпустить это. Раз. Так и снова. Макс, Питер, Макс. Я? 26.
Осталось только шизель. Ну, пошли вокруг. Пошли вокруг. Ну, беси. Саныч, ну...